Ковалева заработала спортивная площадка, строительство которой было под угрозой. Ее начали делать еще в 2016-м на деньги местного мецената, но помешал тайфун Лайнрок. Многое размыло, а строительную технику бросили на другие объекты. Теперь площадку завершили. На месте старого стадиона появились коробка, тренажеры, трибуны, скамейки и туалеты. Еще остались мелкие работы, например, разметка для волейбола. Но школа уже вовсю пользуется спортплощадкой. Мы пересмотрели теперь свою программу, и если зимой будет заливаться каток, то, соответственно, у нас добавится программа по физкультуре коньки и игры, которые мы занимались только в спортивном зале. Теперь у нас есть волейбольная площадка и баскетбольная, и мы теперь занимаемся вот на этой площадке.